Так, сегодня мы записываем видеоотзыв Екатерины, которая была у нас 9 месяцев назад уже, вот, с запросом «Страх сцены», да, верно? Вот, вот сегодня у нее был творческий вечер, и, Катя, расскажи, пожалуйста, как у тебя эффект, как у тебя возникает ли еще, что было до и что вот сейчас? Ну, начать, наверное, с того, что, как бы, что я ощущала раньше. На сцене я выходила, это было жуткое волнение, оно начиналось где-то примерно из живота, такой животный страх жуткий, вечно трясущиеся руки, забывала текст, неважно, там нотные, это слова, разные были моменты. Вот. Ну, после того, как мы с тобой все это проработали, буквально сразу я ощутила то, что как-то, вот знаешь, какой-то груз такой вот он ушел, такой, не знаю, что-то. Поменяла даже сразу свое отношение к всем концертам, все, что происходит. Я поняла, что все, ну, совершенно не так, как я воспринимала это раньше, что здесь на сцене я, так сказать, целица всех своих действий, что я сама могу делать то, что мне хочется. Вот, ну и, в принципе, сейчас уже прошло 9 месяцев, и сегодня на концерте в очередной раз убедилась, что все не страшно, и что я выхожу, я контролирую процесс, я могу полностью положиться на свою холодную голову, что текст у меня есть. Конечно, для постраховки там все стоит, какие-то там ноты, стоит тексты моих песен, все. Но просто чтобы на всякий случай. То есть, конечно, я все это знаю сама уже. Мне спокойно, я точно знаю, что все пройдет хорошо. Мне единственное, что осталось прошлой проблемы, это потеющие ладошки, но это просто физическая моя такая особенность. Ну, то есть чувство, которое было у тебя в животе тогда, оно у тебя сейчас уже. Нет, присутствует какое-то легкое волнение. Естественно. Ну, вот больше, да, естественно, как адреналин какой-то, вот перед тем, что сейчас меня быстрит много людей, мне нужно показать что-то. Вот. Но в целом нет, все, я чувствую себя прекрасно на сцене и владею ситуацией сама. Причем поработали мы с тобой только один раз. Один раз, да, и меня это удивило, я подумала, что ой, ну как же за один раз можно так все сделать. Но, наверное, все-таки мы докопались до сути. То, что... Нашли, как говорится, ядро. Да. Хорошо, спасибо тебе большое и творческих успехов тебе. Спасибо большое.